Творить добро другим во благо. Под таким девизом театр «Счастливое время» готовится к очередному, но на этот раз благотворительному спектаклю «Снежная королева». В прошлом году он стал победителем кинотаврика. Со «Снежной королевой» Андерсена общего нет ничего. История современная и рассчитана на взрослую аудиторию, говорит худрук и режиссер. Вот уже 5 лет Эльвира Пономаренко занимается актерским мастерством с юными сочинцами в Доме культуры «Дагомыс». В ее студии 42 человека, есть среди них и дети с особенностями развития. Поэтому и решено поддержать проект «Не игрушечный театр», в котором особенные все. Для них театр – это не только для них оздоровление. Это оздоровление для моих детей, для детей моей студии, потому что они очень поменялись. Как только появилась у нас Полина с Андрюшкой, они научились терпеть недостатки или какие-то непохожести других людей и других детей. И дети, которые добрые, которые все видят и все понимают. Поэтому, вы знаете, я даже не знаю, кому больше нужно это, нам или им. Им нужна материальная помощь, а нам духовная. Не игрушечный театр, которому студия «Счастливое время» и перечислит средства от продажи билетов, работает на волонтерских началах. Главная задача – реабилитация детей с ментальной инвалидностью с помощью арт-терапии. Чтобы не были упущены драгоценное время, чтобы дети присутствовали в социуме, видя, как прогрессирует моя дочь. Реально, как прогрессируют другие дети, которые занимаются искусством, пришлось признать, что метод эффективный. И нам всегда необходимы средства на такие банальные платежи, как коммунальные, банковские. Такая мелочь, но которая постоянно требует денег. Это будет большое подспорье для нашего фонда. От классической «Снежной королевы» здесь только Кай и Герда, которая разыскивает своего брата с помощью экстрасенса. В спектакле есть место и аферистам, и взяточникам, и, разумеется, добру со злом. Я играю Германа Петровича, мне даже не пришлось привыкать за него играть, потому что просто моя роль, я даже в жизни так себя веду, такой, как сказать, аферист. Эльвира Юрьевна подстраивала именно под нас роль, вот она писала, вот. И мне кажется, да, она не ошиблась, что я прям тоже как-то себя играю. Вот, не наглый, так вот нормальный. Вот прям нравится роль офигенная, там как я хакер, очень нравится. Мне вот эта шапка нравится. Спектакль для взрослых «Снежная королева» состоится 14 февраля в Новом театре Сочи. Здание концертного зала «Фестивальный». Начало в 17 часов. Ольга Десятова, Инга Габешая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.